Окно «Мой бизнес» в нашем городе открылось в середине декабря прошлого года. За полтора месяца работы консультации получили десятки предпринимателей по самым различным вопросам. Прием ведут специалисты ведомств, которые имеют отношение к деятельности предпринимателей, в том числе сотрудники налоговой инспекции, банков, Росреестра и МЧС. Активно очень принимает участие в консультировании предпринимателей Центр занятости населения, санэпидемстанция. Приходят к нам представители администрации. Окно «Мой бизнес» дает возможность всем желающим получить консультации по вопросам, связанным с ведением бизнеса и работе мер государственной поддержки. Чтобы прийти на прием, не обязательно быть предпринимателем. Если человек только задумывает открыть собственное дело, то помощь и рекомендации специалистов помогут ему избежать многих проблем в будущем. Также они консультируют и по изменениям в законодательстве. Да, сейчас у нас 1 января 2020 года вступил в действие новый закон о самозанятых. Это вообще тема очень актуальна. Приходят и предприниматели, и физлица. Не нужно этого бояться, что здесь сразу там тебя отметят, к тебе придут с проверкой. Нет, это сделано не для этого, не в этих целях. То есть хочется образовывать предпринимателей, вовремя им помогать и делать это точечно. То все-таки, если есть проблема, не замалчивать ее, не злиться, сидеть там, да, у себя как бы внутри, не копить этот негатив, а приходить с нами, делиться и пытаться все вместе разбираться в каких-то очень сложных вопросах, наболевших. Специалисты ведут прием в Центре поддержки предпринимателей с понедельника по пятницу с 10 утра до 5 вечера. Узнать график работы можно на сайте ЦПП или по телефону 9-92-63. Елена Грицкова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей «Саров-24».